Привет, еноты, вы на канале Эльмапачи, и в этом ролике мы хотим показать вам, что в одноместную надувную байдарку поместится огромное количество, да, по мнению многих, совершенно ненужных вещей в походе, но тем не менее эти вещи создают уют, комфорт, а зачастую очень выручают в сложных и довольно-таки критических ситуациях. Как нас, например. В этом походе. Все это поместится... Мы попробуем поместить в одноместную байдарку. И покажем вам. Поехали. Фартучек, который спас наши вещи от утопления. Очень рекомендую брать фартук, потому что вот он реально позволил остаться нам с вещами, когда байдарка перевернулась. Надувные байдарки довольно рыскливые, поэтому в обычных ситуациях я нагружаю больше корму. Но и люблю, чтобы у байдарки нос был приподнят. Но вот с надувными, конечно, равномерно нагружаю всю байдарку, но вот на нос кладу что-то тяжелое. В данном случае это 15-килограммовая палатка. Огромная шатровая. Шикарная палатка. Которая тоже нас выручила. Да, она вообще очень помогла. Мы, вот так вот. Мы ей благодарны. Мы будем возить ее с собой теперь. Запихивал ее на воде. Ой, на берегу. Потому что на воде будет сложно. Корму убираю мешок с продуктами и кухняком. В корме очень много места еще. Не просто нет других вещей. Расскажи, что в бочке. 65-литровая бочка. В ней также продукты, все вещи, компьютер, все самое ценное. Что, ну, там, в пакетах и, собственно, сама бочка. Герметичный и непотопляемый. Да, очень герметичный. Ну, очень много еще места осталось в корме. То есть там поместятся вещи и продукты. Ну, на месяц. Здесь еще достаточно места. То есть два достаточно объемных свертка поместятся. В бочке спальник, в бочке все вещи. За спиной это может поместиться вот моя сумка, где съемочные еще документы, еще какой-то, чтобы просто не мешалось. Закрываем фартушком. Вот у нас был вещи загружены в байдарку. Накиданы просто как попало. Просто в спешке, чтобы уйти до темноты с базы в Ладогу. Все перевернулось и фартук удержал. Поэтому очень удобно. А это кухня. А это кухняк. Что, там еще и человек поместится, да? Где? Ну, вон дырка посередине в байдарке. Да, там человек предусмотрен. Ну, или хотя бы собака.
ждет отплытия. Место. Уйди. Уйди, Таш. Ты поплывешь чуть позже. Таш, ты весь обзор закрываешь. Таш, уйди. Иди, место. Кто там? Кто там? Ищи чайку, чайка. Кто? Кто там? Кто там?